Вопрос 98. Если кто-то вопрос, это первая книга «Открытым оком» наша. Если отлучают от церкви священники, то обязан ли он сразу объяснить лично тебе за что, или только потом на собрании? Ответ. С введением тайны исповеди появилась и эта инстанция священник, как требоисполнитель, который как врач по замыслу должен согласно канонов сразу же отреагировать с увязкой с жизнью, с обстановкой. При неясности он должен призвать свидетелей и только тогда вынести решение. Об отлучении должны знать не только в своей общине, но и в епархии, и в церкви везде. Равно опасно допускать всех до причастия или отлучать без уважительной причины. Смотри житие преподобного Симеона Столпника за 1 сентября и нашу книгу «Симфония на жития святых». Священник отлучения. Слова там. Посмотреть можно. Это вопросы, которые задавали мне в разных университетах, по радио, я 3 программы делал регулярно, в школах ли, но мне вопросы серьезные. В Академгородке Новосибирском. Дальше? Да.